прямого вмешательства США в конфликт станет... SilentJohnny, давай быстрее это время заканчивается, сейчас конец дня, Че, опять снова в Ютубе? ...своих столкновению с Россией. Заместитель начальника Центрального штаба Объединенных Вооруженных Сил в Европе, генерал-лейтенант Фридер Коттера, заявил, что Альянс готов вступить в бой уже сегодня. Вы знаете, вы никогда не бываете... Джонни, 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 без ее поставил. Верите Альянса, достаточно посмотреть, что сегодня происходит. Гипотетический программ выбран от Скандана. Поиски Крон. Посмотрите, эти кадры учили на дне. На северо-востоке. Армии США. На всех картах.
Thank you.
Stay with me. You're gonna make it. Thanks. That was close.